этой стороны? Ах, вы мои хорошие! Дорогие зрители, вы меня видите? Вы вообще с нами? Шикарно! Пилоты готовы? Когда именно так отвечают. Самые главные девушки готовы? Итак, мы начнем, наверное, по одному, да, заходить. И начнем вот прямо вот. Вот такая у меня рука. С майонезом. Короче, я тыкаю прям майонезом, и пилот пошел. Итак, под ваши аплодисменты. Первый номер, хотя написано 7. И голодная девушка. Нет, не все так просто. Нужно приставать. Мы дадим еще одну попытку, конечно, а то и не одну. Но здесь, по-моему, девушке была задача просто удержаться. Так, пилот номер 2, разомните девушку, а ты сразу пошел во вторую. Ну. Так, ну покрасила волосы, это тоже хорошо. Но место хоть понравился, ничего. Отлично. Пилот номер 2, заходим. Тут самое главное не торопиться и услышать овации зрителей. Так, пока у нас просто поедание майонеза, и сразу выходим на второй круг. Подожди. Опять, еще раз, вторая попытка, прям сразу. Парни, чуть пониже сосиски, у нас девушки невысокие. Отлично, вот сейчас ребенок, ну давайте уже, ешьте уже. И пилот номер 3! Медленно, как надо, заходит на сосиску. Девушка уже готова. Касание ногой, но они...